Нет. Это еще один выброс денег. Потому что то, что уже сделано, и если это сделано хорошо, а сделано это было хорошо, совершенно не нужно на это тратить. Вы, если у вас нет идей, они у вас кончились, вы, так сказать, обратитесь, купите, значит, кого-то эту идею. Возможно, вот у меня спросите, у меня есть идея великолепного фильма двухсерийного, на который я сняла клипы, два клипа, а на самом деле там можно средневековую красивую балладу снять, легенду. Офигенный был бы фильм. Есть идеи-то у людей, а вот эти все ремейки, какой смысл два раза вкладывать деньги в одно и то же здание, да, и переигрывать? Мораль-то от этого другой-то не станет, все будет то же самое. Поэтому ерунда все это, не нужно это делать.